Опционный рынок является неотъемлемой частью фьючерсного рынка и очень тесно с ним взаимосвязан. По фунту путы в деньгах более 50 контрактов проходили всего в нескольких ситуациях, и это было в преддверии снижения. Вот ситуация. Опционы не глубоко в деньгах, но тем не менее в деньгах. Как вы знаете, опционы в деньгах зачастую покупают профессионалы рынка, так как они имеют внутреннюю стоимость, потому стоят гораздо дороже, чем опционы вне денег. Это достаточно редкие сделки по фунту, как мы видим. И даже те, которые проходили за последние два месяца, они проходили прямо перед снижением. Здесь тоже немного в деньгах, 50 контрактов. Здесь 264, более крупная сделка. После чего цена еще один день поросла и пошла на снижение. Вот здесь тоже сделка, 52 контракта, две сделки, после чего также было снижение. Больше таких сделок не было. Конечно же, нельзя принимать решение только на основании этой информации, но ее нужно обязательно учитывать, так как если проходит объем больше, чем обычно, значит, это может повлиять на дальнейшее движение цен. Всем хорошего дня. На связи. Пока.